Не слишком утешительный прогноз. Может, чем-то нас порадует Татьяна Савина? Она здесь, в студии. Таня, здравствуй. Здравствуй, Женя. Что, неужели завтра 1 марта? Точно. И перемены все-таки есть, Женя. Вот атмосферное давление падает, температура растет, хотя и очень медленно. На северо-западе и в центре осадков немного, в Туле минус 11. А в Черноземье прорываются снегопады и метели, в Воронеже минус 9. На Средней Волге пока без осадков и около минус 10. Очень ненастно. На юге, в Крыму, на Кавказе сильные осадки, туман, изморозь и ветер штормовой силы. Причем ветер очень холодный, в Ялте в Сочи завтра плюс 7 и мокрый снег. В Петербурге минус 8-10 и без осадков. В Москве местами пройдет небольшой снег. Под утро до минус 20, зато днем уже минус 8-10. До встречи.